Посмотрим, как они тебе едят. Так, замри. Правда. Я в воде руки Ну, собираю. конечно, ты вкусненькая. Вот они тебя и едят. Язык достала. Друзья, посадил вчера 7, сколько 7, 6 пар барбусов суматранских, и все сегодня отметали. Вообще, как бы, такая рыбка прикольная, всегда мечет, блин, вот с ней никаких проблем нет. Давайте заглянем, попробуем внутрь. Много-много икры. Давайте следующих посмотрим. Прикольная икорка. Это второй. Это третий. Круч. Это четвертый. Это пятый. Раскидали по всему аквариуму. Похоже, еще не листятся. Ну да ладно. И вот шестая пара получается. На металла. Эти немножко так. Не сильно, короче. Ну все равно прикольно. Ну вот так, друзья, симпатично это все выглядит. Сейчас буду это все дело снимать опять. Садить это всех рыбок. Сажать, как правильно сказать. Давайте покажу барбусов предыдущих. Так. Они вот тут, друзья. Вот их такая вот куча. Да, здесь черные неоны. Здесь барбусня. Это предыдущий помет, а это вот, ну, совсем предпредыдущий. Их. Они уже такие красавчики, уже можно что-то отбирать из этих ребят. Жрут акварекс. Такая толпа. Толпа, прям толпа. Удивительно, но они его съедают.
съедают полностью и такие пузатые, толстые плавают. Хотя это 5-миллиметровка вообще, друзья. Похоже, ребенок у меня научит их кушать. Смотрите уже сколько. Прямо ее тут нямкают. Нямкают и нямкают. Ой, какая вкусняшка. Ну, у тебя пока лучший результат, пока они тебя больше всех любят. Ага. Вот такая вот еда. Ну, прям меня... Едят и едят и едят. Это так прикольно на самом деле. А потом, ну, вытаскиваешь руку, да, ходишь. И как будто, знаете, такой, ну, как будто чувствительности добавили в этом месте кожи, где вот они ели. Ну, то есть, видимо, они все-таки съедают, как бы, там, не чуть-чуть, как бы, да, кожу, а так нормально отгрызают. И потом такая чувствительность, короче. Ну, как будто, ну, как холод сильнее воспринимается, там, так даже трогаешь, как бы, больше чувствительности. Вон, что творят. Потихонечку учатся это все делать. Ну так просто вам релакснуть ролик. А еще знаете что? Вот, прежде чем вот так вот вытаскиваешь, да? И они обязательно там зацепляются вот так вот. И, короче, висят. И иногда прям такой встряхиваешь его, а он прям висит такой.